снизить стоимость проживания в номерах и увеличить приток туристов. В общественную палату Самарской области обратились предприниматели, которые занимаются гостиничным бизнесом. Сейчас им приходится работать в убыток. Некоторые хотят закрывать отели или сокращать гостиничный фонд. Чтобы этого не произошло, бизнесмены и представители общественной палаты предложили несколько вариантов решения проблемы. В Европе вообще очень много рассматриваются варианты, что НДС там наполовину уменьшено, на какую-то часть уменьшено. Много вопросов. Мы хотим послушать и выработать предложения, которые бы рассмотрели как правительственные органы, законодательное собрание и сам бизнес. Бизнесмен Юрий Антимонов считает, в Самаре могут перенимать опыт у Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах гостиницы относятся не к производственным помещениям, а к жилым. Это позволяет предпринимателям получать хороший доход и не платить огромные денежные отчисления. Нам бы хотелось, чтобы туристов было гораздо больше, потому что, вы же понимаете, одна из наших проблем – то, что загруженность наших гостиниц сегодня в выходные дни практически равна нулю. Начиная в пятницу, субботу, воскресенье, в нашей гостинице практически отсутствуют люди. По словам представителей гостиничного бизнеса, Самарская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чтобы раскрыть его в полной мере, необходимо решать вопрос с проживанием отдыхающих не только на региональном, но и на федеральном уровнях. Анатолий Головко, Максим Гусев, События.